Короче, такая телега. Когда ты просыпаешься в привычное тебе время, там, час там дня, я не знаю, если лег в 7 утра, там, 12, 10, вот этот диапазон, да, с 10, там, скажем, до обеда, то ты как бы попадаешь в среду привычных тебе людей, таких же, которые встают в это же самое время. Ну, то есть по типажу таких же похоже. Но если ты просыпаешься в нетипичное для тебя время, например, там, не знаю, в 6 утра, и, соответственно, ты выходишь на улицу, и ты видишь совершенно иной свет на тебя падает, потому что солнце стоит там, где ты его никогда не видел, потому что ты всегда просыпаешься в 10, а в 6 оно стоит совсем в другом месте, и такой режимный свет хороший, и люди другие идут, такие сосредоточенные, деловые люди идут куда-то там на работу, там еще куда-то идут, вообще другие люди, ты с ними, возможно, даже никогда не пересекаешься. И вот это получается мир в мире. Ты попадаешь в мир, в параллельную реальность, в которой тоже идет жизнь, но ты в ней редко участвуешь, короче. Но когда ты в нее попадаешь, а это легко, всего лишь проснувшись в нетипичное для тебя время, ты, блин, испытываешь совершенно новые эмоции. Ты как на другую планету попал. Все то же самое, но параллельная реальность. Вот она. Зашел в нее, взял оттуда лучшее, вернулся в свою, рассказал там, может, начнете общаться, какие-то взаимоотношения между пластами, да? Я уж не говорю про ночную диаспору, там, про вечернюю, там, ну и так далее. Ну, короче, вот такая тема, можно кино снять.